Так, там это, арбуз, морковка, этот кусок зайчатины, там у нас виноград красный, там это... Да нет здесь ничего, я тебе говорю, то что, ну нельзя просто так это делать, как мы с тобой решили. Если мы с тобой и будем крафтить зелье для превращения вот этот камней в людей, ну надо же рецепт какой-то найти. Нельзя просто вот так прийти, вот сюда мы приходим, просто так берем, вот так бросаем, и зелье само по себе, да, крафтится? Не, кузнец, это так не работает. Ищи тогда книгу какую-то, ищи какой-то рецепт. У этого зельевара же 100% здесь что-то должно быть. Только я что-то вообще не понимаю, этот магический язык, что здесь написано. Фигня какая, честное слово. Ну тут у него дофигища просто книг. Слушай, может в какой-то из книг у него будет вот это заклинание, в смысле рецепт. Может мы сможем по этому рецепту это зелье приготовить. Так, одна книга есть. Гороховый суп. Ну, может, это то, что нам нужно, фиг его знает. Так, 300 грамм гороха, 2 морковки, куриный бульон, 3 картошки, соль и перец. Перемешать соль и перец, кидать в кастрюлю, еще раз перемешать, помыть горох, съесть 150 грамм гороха. Да, нет, подожди, это не то. Ищи, давай, что ты стоишь на месте? Так, это у нас вторая книга «Воспитание ребенка». Сейчас тебя, кузнец, будем воспитывать. Так, это у нас. Аккуратно сложить памперсы в форме треугольника. Нужно провести дезинфекцию и убедиться, что памперс полностью чистый. Не, подожди, это тоже не то. Так, еще одна книга. Все об унитазах. Допустим, унитаз — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации. Это точно не то, что нам надо. Дефекации мы удалять не будем. Так, тут последняя книга. Скрести пальчики, чтобы здесь хотя бы что-то было. Пожалуйста. Зелье русалки. Вот я в душе не чаю, это то, что нам нужно или нет. Но у нас же есть слезы русалки. Возможно, это то, как думаешь. А может, это зелье тебя наоборот в русалку превращает? А вот это, кузнец, мы с тобой не узнаем до того момента, пока на ком-то не испытаем вот это зелье. Так, ингредиенты: нарост из незера, куриное яйцо, именно куриное, сгусток магмы, золотая морковка, слезы русалки, здесь написано. Тщательно перемешать и разлить по колбам, применять всего лишь один раз. Ну, больше похоже на правду, нежели не на неправду. Но тут реально два варианта. Или это зелье русалок, которое превращает из камней в людей. Или же мы наоборот с тобой, кузнец, с русалками станем. Так, короче, диктуй, что там надо, а я это буду все собирать и бросать. Там вроде нарост из незера две штуки, да, были? Поэтому сразу его берем и сразу бросаем в котел. Вот это так, л. Сгусток магмы, золотая морковь, 20 грамм сахара. Так, сгусток магмы, он у нас вот здесь находится. Потом золотая морковь здесь сверху и сахар я видел здесь. Сколько там, кузнец? 20 грамм? Это что, мне сейчас 20 сахара, что ли, выбрасывать? Так, 20 грамм сразу, сразу берем, сразу вот так выбрасываем. Потом сгусток магмы и давай сразу 3 золотые морковки, вот так. Что там дальше? Кремень, перо из жопы орла и одно яйцо куриное. Кремень, ну кремень у нас вот здесь находится. Где эти же перо из жопы орла-то возьму, кузнец? Где оно здесь находится? Так, а там же у него еще какие-то полки есть. Возможно, здесь... Вот яйцо вижу! Яйцо вижу куриное, а перо из жопы... А, так вот! Наверху там спрятал что-то. Фиг, ну видишь, фиг найдешь, фиг достанешь. Перо горного орла, ну, вот. А нам нужно что? Нам нужно перо из жопы орла. А, так это одно и то же! Так, давай тогда вот это берем, вот это выбрасываем, это вот сюда. Главное, не промазывая туда внутрь, и яйцо куриные. Так, что там у нас еще осталось, кузнец? Последние слезы русалки! Ну, это все, что у нас осталось. И, возможно, после этого зелье будет сварено. Ну, тогда давай я сразу все туда выбрасываю внутрь. Сразу, вот так, все, чтобы у нас больше зелья получилось. Так, там было написано, чтобы тщательно мешать и вот это перемешивать. Поэтому давай, иди мешай, а я пока на улицу туда выйду, с этим, с Кузей поговорю. Он же, в принципе, мне больше сегодня не пригодится, чтобы он нафиг отсюда улетел. А ты там мешай, самое главное, тщательно, вот, тщательно. И главное, не пробуй зелья, не пей его без меня. Так, все, Кузя, ты можешь отсюда нафиг вот это сдрыснуть, ты нам больше не понадобишься. Если что, если нужна будет твоя помощь, я опять заору, Кузя. Понял? Все, полетел, жайворонок мой, полетел, давай.
голубь переростыш просто. Бери пробирки и набирай туда зелье, если оно уже сварилось и если ты хорошо его мешал. Все, помешал? Вроде помешал, вроде ничего больше снаружи. Вот это никакие ингредиенты не торчат. Все, давай, набирай. Ага, давай, выбрасывай, молодец. Всего лишь одно! 2, 3, 4, 5. Да сколько там колбочек-то получилось? 5 колбочек, это у нас зелье русалки. Ладно, кузнец, тогда я тебя попрошу пройти на улицу. Мне нужен вот этот, нужен человек для опытов. Ну, ты тот, кто мне сейчас поможет протестировать вот такие все зелья. Давай, выбегай на улицу. Двери закрываем. Так, кузнечик, ты готов или не готов? А почему на меня вот это протестировать? Ну, потому что тебя не жалко? Ну, в смысле, в том смысле, ну ты тут еще видишь кого-то каменного. Ты же тут единственный каменный человек, поэтому на тебе и будем тестировать. Все, главное, не боись, все будет хорошо. Подойди вот сюда чуть ближе. И мне самое главное подальше отойти. А то если этот зелье вдруг в русалок превращает, я не хочу, чтобы у меня вместо ног хвост отрос. Поэтому давай, кузнец, ты готов? Ай, на самом деле без разницы, готов ты, не готов, дай, лови! Кузнец? Ты как себя чувствуешь, а? Жрать хочу! Не в этом плане, а самочувствие как твое? Ну, есть какие-то там эффекты побочные? Чувствуешь что-то или нет? Живот болит! Да нет, я не про это говорю. Не в смысле твое самочувствие, там живот болит, а ты чувствуешь, как ты превращаешься или в человека, или в русалку? Что-то чувствуешь? Нос чешется! Да не это! Кузнец! Ты чувствуешь превращение обратно в человека или русалку, или нет? Кузнец! Ну ты хотя бы со мной разговаривай, а то мне как-то страшно становится, то что ты молчишь! Кузнец! Кузнец, не пугай меня, пожалуйста! Это еще что за дичь? Кузнец! Ты из камня в алмаз превратился! Это что? Это сейчас меня можно за большие бабки продать, что ли? А вот это, кстати, хорошая идея. Ну да! Тогда я тебе предлагаю, мы сейчас с тобой пойдем, я тут где-то ломбард найду и просто огроменный кусман алмазов чухаю примерно за монет 300 вот этих серебряных. Ну, чё, пошли давай! На кой черт его дальше куда-то превращать? Я просто сейчас бабки подниму, продам кузнеца. Никто же по кузнецу скучать не будет, да, кузнец? Пойдем чухаем тебя куда-то в ломбард. Да не! Попробуй еще одно зелье в меня бросить! Так, выгоднее же будет продать тебя, а не зелье сейчас израсходовать. Ну ладно, учитывая то, что ты мой все же друг, давай я тебе еще одно зелье брошу. Давай, кузнец, готовься! Надеюсь, сейчас ты в уголь не превратишься, а то я тебя в печку засуну. Давай! Кузнец! Опять, небось, вот это живот болит, да? Или пятка какая-то чешется? Ты как себя чувствуешь, а? А сейчас, а? Как я сейчас выгляжу, а? Ну, как будто у тебя 5 лет, и у тебя слишком рано переходной возраст случился. Тебе 5 лет, но у тебя уже борода вот это больше, чем у меня. А так, в принципе, нормально. Слушай, это побочный эффект. Ты же обычный кузнец, тебе надо время, чтобы ты обратно вырос. На нем же, можно сказать, двойное проклятие было. Он еще и мелким был, еще и камнем был. Кузнец, значит, работает зелье, как-никак, как ты видишь. Так, 3... Три вот этих, 3 зелья у меня еще осталось. А сколько у нас людей, которых надо приводить? Вроде как дофига. Так, отправляемся в центр. Так, здесь у нас Вероника, здесь у нас Верховный Маг, но их давай мы чуть позже превратим. В первую очередь, кузнец, надо превратить Шурика, Кристину и продавца зелья. Он нам поможет, если что, исправить зелье в крайнем случае. Так, здесь у нас Шурик, здесь у нас Кристина. Так, ну, вроде ничего на самом деле не изменилось. Она так, как выглядела, так и выглядит. Так, надо их всех в одно место сюда притащить и просто сразу кинуть одно зелье. Это самое! Ты главное, под ноги не смотри! А чё у меня под ногами, кузнец? То!
что ты точно не хочешь видеть, лучше не смотри! Я много чего не хочу видеть у себя под ногами, но если там змея, я не знаю, что там у меня под ногами, сразу же давай скажи! Кто? Отчего ты будешь кричать, как баба? Я? Как баба? Да ничего не существует такого на планете, чтобы я от него кричал, как баба! И что там такое у меня под ногами только что было? Это еще что за дичь? Четыре штуки! Так, ко мне домой! Так, быстро! Вот сюда, давай, запинюхивайся! И дверь, блядь, закрой! На второй этаж! Быстро на второй этаж, давай! За мной сюда! Это чё за... Комары переростыши нафиг! Мухи из Чернобыля! Это чё они тут забыли? Так, чё-то на самом деле мне кузнец... Не очень сильно нравится то место, где мы с тобой живем. Это какой-то лес, проклятый лес с мутантами какими-то. Ладно, пришло время испытать мое вот это новое заклинание, которое я до сих пор еще ни разу не использовал. Спускайся на первый этаж, подожди, спускайся на первый этаж. Отсюда оно не достает, значит сейчас надо кокнуть этих мух и потом сразу всех превратить в нормальных людей. Так, кузнец, ты первый выбегаешь, давай. Если они сидят, то тебя первого, давай. Чё их там? Нет, кузнец, нет? Ну тогда хорошо. Сейчас я использую то заклинание, которому меня научила сама Кристина. Поэтому сейчас ее же заклинанием я ее и спасу. Ну че вот это крысы чернобыльские? А вот сейчас попробуйте меня достать. Да, заходите сюда в круг. И второе заклинание, которому меня тоже научила Кристина. Горите! Одного уже кокнул! Второго кокнул! На! И еще последний остался! И все! И это все, что мне подготовили! Комары вот эти чернобыльские! Вот и все! Сейчас самое главное, пока не прилетели их братки из этого леса проклятого, надо быстро все эти статуи переместить в одно место и потом кинуть в них зелье. Давай хотя бы сюда притащим, давай хотя бы Шурика притащим, притащим вот этого продавца зелий, ну и давай слайма, который вот там на втором этаже находится. Первый у нас на очереди Шурочка, которого я немножко подвину не в эту сторону, а сюда на меня, господи, как вот этим заклинанием-то вообще справляться? В ту сторону, Шурик! Чё, ты даже когда камень непослушный! Вот туда, оттуда! Кузнец, ты мне тоже как бы помогай! Вот это уже слишком далеко, чуть сюда на меня... Опа! Все, вот так! Так, и сейчас же вот этого продавца зелий и со второго этажа слайма тоже надо столкнуть. Это будет сложно, но лучше, продавец зелий, не рыпайся. Хотя как ты рыпнешься? Ты же камень в ту сторону. Давай, подтащим его куда-то. Еще чуть-чуть осталось. И ты тут! Вот! А почему Шурикова так сложно было, а продавца зелий так легко? И на второй этаж давай сначала хотя бы слайма. Я просто не знаю, на скольких людей одновременно хватит одно зелье. Поэтому, кузнец, лови там слайма со второго этажа! Ага! Слайм, хорошего полета! Так, четверо есть. Больше мы пока никого сюда свать не будем. Проэкспериментируем вот так. Так, все в одном месте стоят. Так, кузнец, отойди подальше. Еще одно зелье бросаю и молимся с тобой, чтобы оно сработало. Давай, кузнец, раз, два и три. Так, Шура, продавец зелий, Кристина, слайм. Ну, кузнец-то почти сразу превратился в человека. А эти чё-то как-то долговато. Слушай, кузнец, иди прислушайся к ним. Может, у них там камень изнутри трещит. Может, они уже там, уже люди вылупляются, мы просто не слышим. Кристина! Ты как? Ты как себя чувствуешь? О, привет! Это она сейчас сказала? Ну да, я сказала. Чё ты? Привет, говорю! Кристина! Вылупляйся давай скорее! Какая тебе Кристина, ты чё, головой поехал, что ли? Откуда вылупляться? Я тут стою! Так мы видим то, что ты стоишь тут! Превращайся давай! Мы ж тебя только что зелье кинули! Давай, человек, обратно превращайся!
А я, по-твоему, животное, что ли? В кого мне превращаться-то, ты, тупица? Чё она от меня хочет? Человека превратись, ты чё мне мозг пудришь? Это ты мне чё мозг пудришь? Может, ты уже развернёшься и поздороваешься со мной, а, наконец-то? В смысле развернусь и поздороваюсь с тобой, наконец-то? Ну, привет! Катя! Узнал! А то, говоришь, Кристина какая-то, животное, камень! Ты чё тут забыла? Я решила в гости к тебе прийти, посмотреть, как ты тут обжился, там, магией занимаешься. Ты же уже умеешь поди чё-то, да? Мы же с тобой уже так-то давно не виделись. Рассказывай, как дела? Слушай, ну, это не самое лучшее время, конечно, чтобы в город к нам приехать. У нас тут жопа происходит. Это медуза Горгона моих всех друзей в камень превратила. Мы сейчас сделали зелье русалки и превращаем их обратно в нормальных. А кузнец вообще ребенком переростышем стал. Ему, если что, уже почти 40 лет, а он ниже, чем ты. А вот я как раз хотела спросить, что это за такой миленький малыш тут ходит. Да слушай, неважно, какое время тут у вас, ты мне все равно покажи, расскажи, что, как оно вообще. Мне так интересно. Подожди, я только что зелье кинул. Возможно, сейчас из них кто-то превратит. А, ну так вот, Кристина же превратилась! Так я про неё тебе говорил, я с ней разговаривал, я думал, что это она говорит, а не ты! Кристина, как самочувствие? Ой, я жива! Я не верю, что вы меня спасли! От чего спасли-то вы её хоть? Я тебе говорю, от медузы Горгоны, она её в камень превратила! Подожди, успокойся там! Кристина, всё хорошо! Спасибо тебе огромное, мой герой! Я тебя просто люблю! Если ты не против, то я бы хотела сходить с тобой на наше второе свидание! Об этом чуть позже, ты чё, какое второе свидание? Ты чё сейчас вот это пёрнулась? Кать, если что, это совершенно, вот прям совершенно не то, что ты сейчас подумала. Никакого второе свидание вот это. Как? Какое еще второе свидание? Это получается, если я не тупая, это было первое? Из каких это щей она тебя любит? Так, там очень длинный разговор у нее с сестрой. А ну иди сюда, блин, я тебе сейчас такое, блин, сделаю. Подожди, не, там совершенно другая история. Там у нее есть сестра Вероника. Сначала Вероника в меня... Еще Вероника у тебя, слушай, да? Я к тебе в гости приехала, думала, ты по мне скучала. Ты тут Вероника, Кристина, вот, ребенок. Кать, это совершенно не то, что ты подумала. Я тебе сейчас покажу кузькину мать. Тут с Вероникой он, с Кристиной гуляет, детей каких-то бородатых, усатых забудет. Слушай, я тебе сейчас просто возьму и отрежу кое-что вот. А ну иди сюда, блин. Не надо мне ничего отрезать, ты чё мне угрожаешь? Да! Знакомьтесь, это моя девушка.